всем здорово! Сегодня Хэллоуин в Германии, и я приехал на самую большую партию Хэллоуин в нашем городе. Их сегодня 12 штук по городу. Это Альфред Фишер Халле, самая большая. Но, как вы видите, я без костюма. А без костюма сюда не пойдет, потому что народ уже начинает собираться. Время будет 10 вечера. Партия эта будет длиться до 4 утра. Так что я должен быть в теме событий. Так что погнали! Ну как вам, ребята? Как, нормально? Отличный костюм, зацените его. Все, иду на мегапарти. Кстати, я не сказал, со мной еще немецкие друзья, две девушки и два парня. Все, ребята, поднимаемся. Поднимаемся, снимаем. Народ, вход стоит сюда 12,50 на человека. Напитки, кока-кола, пиво, вода. Покупаешь одну марку за 2,50. 2,50 стаканчик тебе дают. Если что-то хочешь посерьезнее, там виски, бакарди или что-то в этом роде, тогда 3 марки, то есть выходит 7,50. Народ потихоньку подтягивается. Чем позже, тем больше будет народу. Сказать, что в маске жарко, это ничего не сказать. В ней как в сауне. Идем на свежий воздух. Спидала. Внутри жарко сильно. Народ все потихоньку подтягивается и подтягивается. Здесь на улице вы можете купить, покушать хот-доги, еще что-нибудь. В общем, что происходит? А происходит, люди все в хорошем настроении, все танцуют. Что еще? Много алкоголя и все пляшут. Ну, я, естественно, алкоголь не пью. Я сегодня тем более за рулем. Хотя можно было хотя бы стаканчик пива выпить, но... Не стоит. Пью кока-колу и воду. У людей очень много прикольных костюмов. Если стоять на входе, то можно было их всех запечатлеть. Сейчас заходила целая бригада санитаров из психической больницы. Прикольно вообще. Так, тусовка продолжается. Идем дальше. О, почти брат мой. Похож?
Фу, жарище, ребята. Танцы просто жгут. Блин, как женщины носят длинные волосы? Жар, конечно. Просто. В основном играет электронная музыка. Надо охладиться. Мне говорят, что у меня самый лучший костюм. Все подходят, фотографируются. Прикольно. Даже без этого фото видно уже. Дома.
cita su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con un ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves. Отлично провели время, натанцевались, надурачились. Давненько я так не уставал от танцев. Сейчас, короче, еду домой. С меня хватает. Все. Но народ еще не пытается расходиться, смотрите. Народу много. Ладно, все, ребята, всем пока.